Здравствуйте! Вы на канале «Уютное чаепитие» и с вами я, Николай Резвый. Необычно видеть меня? Ну, вам придется сегодня смотреть меня. Так, приехали мы с дачи. На празднике были, жарко. Концерт там продолжается. Но очень жарко, поэтому мы уехали домой. Ирина Борисовна там монтирует ролики, а я решил сегодня приготовить окрошку, потому что что-то такое готовить жареное или вареное, пареное, очень жарко, и мы решили сделать окрошку. Начинаю делать. Отварена у нас картошка, яйца, редиска куплена, огурцы, зелень, квас в холодильнике, колбаса тоже в холодильнике. Вот. Все, начинаем делать. Так, Ирина Борисовна, конечно, к нам подойдет. Она пока ролики монтирует. А я начну. Я буду резать картошку и яйца. Крошка, все уже почти это загрузили. Что, записываешь? Да, я записываю. Уже? А огурцы и редиску. Здравствуйте, друзья. Огурцы и редиску я буду тереть на терке. На крупной терке. А ее тут? Я не буду, да, намой. Слушай, я давай намой, я пойду смажу лицо, друзья мои. Давай. Здравствуйте. У меня лицо похоже на, в общем, не знаю, как у крокодила какое-то. Все загорело, все это. Окрошки захотел у меня сегодня Куля. Хочу. Окрошечки. Жареное, жарко слишком. Да. Жарко слишком. Сейчас тогда тебе намою. Друзья, да. Я уже выгружаю ролики. А знаешь, что у меня под яйца есть? Такая хреновая, вот вы приехали, я ее тебе ее сразу же нашла. Так, чик-чик-чик, яйца. Это я буду что-нибудь делать. Я пока, знаешь чего, намою овощи. Ну давай. Я не знаю, Коля, пропорции. Ты знаешь вообще пропорции приготовления кваса? Не знаю. И что, мы с тобой тут наделаем сейчас? Что-нибудь да наделаем. Хорошо, сегодня первый ты хозяйничай. Первый раз, как в первый класс. На доске? Ладно. Молчу, друзья мои, молчу. Он задумал делать окрошку, пусть делает. Ее, мне кажется, хоть как делай. Посмотрите, у меня лицо какое красное. Я так загорела на этом празднике. Такая жара. Невыносимая. Это хорошо еще нас, Анатолий, наш знакомый, он довез нас до лодки, ну, до катерка, чтобы нам переправиться. И автобусы один за другим. Народу очень много. Мне кажется, автобусов 15 только я насчитала. Вот, ну, и туда, и сюда. Туда люди приезжают, уезжают. Только кто приехал после обеда, я не знаю, что они там увидят. Праздник, конечно, да, до вечера. Мы не дождались, знаете, чему ребята не дождались. Они шли, праздник организован, конечно, хорошо, но все с опозданием, друзья. Все с опозданием. А мы уже просто не могли уже, там, ну, пекло. Люди идут с малышами, маленькие детишки, ну, может, они не так и чувствуют, мой, да? Мой, а, да, да, что-то ты я... Ты как это знаешь, это как разговоры разговаривать. А ты мне дай почистил куда под огурцы такую эту, мою-то, сиреневой ручкой-то. Сейчас я тебе намою и пойду, мне надо следующий ролик монтировать. Где мы уже приехали, на Кежу мы уже где приехали. Сейчас покушаем. А у меня Коля приехал, такой уже пивко уже, пару бутылочек, ничего себе. Праздник, говорит, Новодвинской крепости я отмечу. А сегодня, оказывается, еще праздник рыбака, так что всех с праздником рыбаков и рыбачек. А я в этот праздник вхожу. Ты рыбачка? Ну ты не, же берешь меня с собой. Не подмазывайся к нашему празднику. Сказал, больше не возьму тебя. Ты, говорит, только ноешь, всего боишься. Ну как не бояться? Я же женщина. Я боюсь. Редисочка. Слушай, к редисочке-то сколько? Ну ладно, будем там по ходу дела смотреть, наверное, да? Так, редиска. Сейчас я этот
А что в этой кастрюле было? Картошку варили. Генерал и генерал там один. МЧС весь праздник испортил. Мне не понравилось, как он поступил. Ну и там служба охраны, конечно. В общем, там есть такая возвышенность. Сейчас вот Коля у меня ругается. Ну, в общем-то, Коля прав. Нет, никто ничего не сделал плохо, нет. Но там вот, где площадка, там и интернет, мы все с Колей туда вот, ну, по возможности попадаем. Я вам покажу, где вот стояли обучение воинов-то шло. Мы потом сходили вниз, посмотрели, к Поклонному кресту сходили. И нам надо, в общем, через эту площадку надо выйти нам уже к берегу. Иначе выйти нельзя. Потому что, нет, можно, наверное, было выйти низом-то, да? Но мы пошли вот на эту площадку, потому что мы хотели быть вот на возвышенности на этой и наблюдать на регаты. Смотреть за регатами, как они поплывут. И смотрим, на площадке стоят люди, что-то там идет какой-то, значит, разговор. Ну, люди слушают, и кто-то что-то говорит. Но тихо, не слышно. А почему-то без микрофона, да, говорили? Потому что там место этой площадочки, ну, вот как две наши кухни. И нас туда не пускают. Ну, чуть-чуть, может, побольше. И нас туда не пускают. Никого не пускают. С одной стороны лестницы не пускают. И с другой стороны лестницы не пускают. Хотя до этого там была толпа. Мы спрашиваем, стоит охранник, похожий, ну, в штатском стоит молодой человек. Ну, как молодой человек, может, ну, как Колин, возраст. И там, говорит, площадка, говорит, переполнена сильно, мы боимся, что она рухнет, мы не пустим. А женщина-то рядышком стоит, тоже ругается, ну, что, говорит, ну, пропустите нас, говорит, тут немного. Мы, говорит, шли-то ведь послушать, посмотреть, почему нас пускаете-то? Он говорит... Извините. Говорит, потому что встретились два потока людей. Две группы. Две группы людей встретились, хотя там нет никаких групп. Там не пускали группами. Там произвольно кто, когда, чего. И говорит, поэтому может это обвалиться. Я говорю, вы меня-то пропустите. У меня, говорю, смотрите, муж уже... Он прошел вот так. Значит, рядышком. Там через забор надо было перелезать. Я вообще на этой площадке быть не хотела. Я... Надо тебе чистить, а то я тут разговариваю. Вот, я говорю, вы меня пропустите. Он спросил у этого, там генерал какой-то, МЧСник стоял. Говорит, ну, не генерал, Коля его так назвал. Он генерал, МЧСник. А он генерал был? Конечно. Ну, видите, он еще и генерал был. Сейчас объясню все, друзья. Он не генерал был, так другое дело. Он офицер. Честь офицера. Он ему говорит, можно одного человека пропустить? Он говорит, нет. Ну, все, тот не пускает. А потом выясняется в процессе того, что вот женщина тут сидит, говорит, так там, говорит, Цибульский, губернатор там, поэтому, говорит, нас и не пускают. А, ну он же мог бы сказать, да, что женщина, подождите, там идет выступление губернатора, вы будете мешаться ходить. Ну, по-честному. Ты уже редиску трешь? Да. Ой, кто там стучит? Не к нам. Окно открыли, очень жарко. Колюшка, ты уже тут бегал в душ. А я пока ролики, пока то все. Ну, естественно, тут самый-то главный, как говорится, туалет, лицо, зубы, все это помыто, почищено. Но хочется, сейчас я в душ уйду, смонтирую и уйду. Это у нас тут такое мусор. И вот мы поехали, мы, значит, сделали по-хитрому, мы на другой переправе, где вот, ну, опять же говорю про Архангелогородцев, знаете, да, где церковь стоит. Какой, 26-й, я все путаю, 26-й? Ну, 24-й, с 24-й на 26-й, да. Вот, и там мы вообще сели на автобус, там пустота, там лодки неполные, а начали-то уже люди садиться уже на другой переправе. Вот, начали садиться уже на другой переправе, и уже автобус был полный. А так нет, город вообще полупустынный. Мы едем, ни машин. Так, Коль, я пойду быстренько гляну, у меня там, по-моему, уже, знаешь, нет. Чего. Такая вот так вот я сидела, так направила. Приехали домой, все хорошо. Сейчас она монтирует ролики, я делаю окрошку. Все замечательно.
Сейчас натру редиску, потом буду тереть огурцы. Не хочу я кусками резать ее. Вроде зубы-то все, все нормально, все хорошо, жевать могу. Ну, не хочу резать. Решил сделать так, натереть. Мне кажется, так вкуснее будет. Сейчас Ирина Борисовна еще придет, поможет, зелень нарежет. Все. Заправлять мы ее всю не будем, только когда кушать, прямо в тарелку квасом. Решили сделать на квасе. Хотя рецепты всякие разные есть. Кто-то с уксусом делает, кто-то с кефиром, кто-то с квасом, кто-то просто на воде. Мы сделаем с квасом. Квас уже куплен. У нас квас северодвинский тоже, местный. Магазинский не покупаем. Какой-то он кислятина стал в магазине. Вообще невозможно пить. Чего? Да я квас говорю, что в магазинский вообще кислятина. Вообще в магазинский невозможно квас пить. Что у нас северодвинский квас. Местная разлива. А мы который берем-то все у дядьки, это квас-то? Северодвинский. Ну такой он ничего, да? Да, квас. Слушай, она там вся зелень идет туда в окружку? Вся, ну вот, всякая, и петрушка, всякая, и укроп, да? Да, да, да. Странно, да? Окрошку не умею готовить. Как так? А там окрошка, она и кроши все подряд будет. То и называется, наверное, да? Окрошка. Вот я тебе говорю, что кастрюлька вот эта маленькая твоя. Думаешь, маленькая. Так а что, ну давайте вот эту там. А вот стой, потом будем разбавлять себе. А, колбаса же еще. Конечно, колбасу еще надо ведь порезать. Еще ведь колбаса, друзья. Так. Завтра он... Ты говорил, что мы едем на крестный ход? Нет, не говорил. Крестный ход. Крестный ход начинается с 24-го лесозавода. Начнется, батюшка сегодня мне сказал. Я у него подошла, спросила. И он будет идти, этот крестный ход, до Поклонного креста, который вы увидели уже, наверное, посмотрели в ролике. Вот будет идти. Мы с 24-го, конечно же, не пойдем. Мы вот это вот все посмотрим. Мы уже будем ждать. Может быть, мы... А где, интересно, они пойдут? На мостике будем ждать. А может, да, на мостике будем ждать. Вот смотрите, мы входим в цирк, в крепость. Мы, значит, входим... Коля, мы же с тобой входим в крепость. Через речку. Не через речку, через ров. Через ров. Через мостик этот вот. И там будем ждать их. А батюшка сегодня приехал. Там есть со стороны, ну там вход, как-то есть дорога. Там есть, да, дорога. Он приехал со стороны, вот как-то как на кладбище ехать, да? Он на машине приехал, да, как на кладбище ехать. Ну, он на машине приехал, тут же они будут пешком идти все. Вот, я к нему подошла, он женщину, значит, женщину перекрестил, она подошла. И я тут подхожу, главное, с камерой, он так нормально, так смотрит на меня, а такой красивый, друзья мои, такой батюшка красивый. Ну, молодой нашего возраста. Глаза, да, глаза у него такие, а может и помоложе даже. Может даже помоложе, да. Глаза такие у него, лицо такое темное, видимо, загоревшее, а глаза такие вот светло-голубые. Он так смотрит на меня, и глаза такие лучатся у него. Смотрит, я говорю, а я не крещеная, а вы меня благословите. А он так сказал, молиться надо, молиться. А потом все равно, Коля, ты видел? Он все равно мне вот так руку на голову положил. Знаете, так вроде вот. Ну, я не скажу, что я вот муж верующий человек. Нет, я верю. Высшие силы верю, да? Я сижу опять, тут болтаю, сейчас не будет замечания, друзья. Зелень надо резать. Колбасу резать еще надо. Вот. И всем так, знаете, вот приятно, как будто бы вот, ну, что-то такое необычное почувствовала.
Я вообще с возрастом стала очень сентиментальная, впечатлительная, плаксивая. Что-то я не видел, чтобы плаксивая это была. Я в чем мне при тебе-то плакать? Вроде пока причин ты мне не давал при тебе заплакать. А чего я все время плакала раньше? А из-за кого я все плачу-то? Видео там какое-нибудь Катя Стимули мне пошлет. Например, он же маленький, да, и смотришь, думаешь, ой, господи. Такие ребятки. Смотрю на детей, у меня сразу вот слезы наворачиваются. Так, колбаска. Что-то уже все порезало? Конечно. Что, высыпай туда. Куда? Да, вот, куда? А мы же хотели сюда. Ну, высыпай сюда. А может, нет, да, высыпай сюда. Нет, ты высыпай сам, разве ложку большую. Ты сегодня делаешь. Я и то не хотела даже соваться к тебе. Да? Да. Ну, дощечка. Так что завтра мы снова, друзья, в бой. В бой завтра снова. Издевается надо мной, как может. Таскает меня везде. Хватит, насиделась дома. Как будешь постоянно. Поеду, конечно же, и на этот Голец поеду, где мне, ну, не очень понравилось. Привезем мы туда матрасы. Влад сказал, что нам там надо. Говорит, лучше спальные мешки, говорит, тоненькие. Ну, спальные мешки, это, да, конечно, они везде нужны, всегда. А мы зашли к Васильне. Ну вот, Коля, я рассказывала, там есть Михалыч, Валерий Михайлович и Светлана Васильевна. Мы всегда разъезжаем. Товарищи мои. Да. Сегодня она ему сказала, говорит, это сын мой. Говорит, ты что такое говоришь-то? Говорит, это ведь сын мой. Вот, мы к ним зашли, и я сказала, говорю, Светлана Васильевна, говорю, мне так Голец не понравился. Она так смотрит на меня, да ты что, с ума сошла? Там такие грибы, говорит, ты что? Я говорю, ну салвит. Она, нет, говорит, там хорошо. И мне говорит, там... Ну, вот она сказала, говорит, я люблю Голец. А Кежму, говорит, ну, все равно, Кежму любят многие. Кежму, говорит, я тоже люблю. Вот, и на Гольце очень хорошие грибы. Слушай, какая колбаска-то хорошая. Это вот Коля, да, Коля берет колбасу. Сейчас я вам покажу. Севердвинский тоже завод, да? Севердвинский завод вроде выпускает. Наша местная, короче. Да, колбаса хорошая. Вообще вот это... Не покупаем мы, не папа может, но редко. Вот эту вязанку, там еще что-то, не покупаем. Конечно. Она не обжаривается. А вот эту обжаришь, и вот как раньше была такая колбаска с корочкой. Вот такая вот хорошая колбаса. А, я заговорила про Васильевну. Мы заговорили про змей. А она говорит, на Гольце они тоже есть змеи. Так. А на Кежме они, короче, видели. Надо делать, что сейчас грибу еще. Давай. А на Кежме они видели вот прямо целую яму со змеями. Целую яму. И говорит, там гнездо целое. Как уж они напоролись на эту яму. Я спросила, говорю, они укусят через этот, через сапог. Говорит, нет, не укусят. Так. Слушай, картошка, редиска, огурец, зелень, колбаса, яйцо. Так, наверное, все, да? Все, да. А вот еще, что! Ой, еще посмотрите, что сегодня. Коля хочет вам показать. Бедро. Посмотрите. Гена. Бедро целое. Ага. Держи. Я открывала с этой стороны. С какой стороны? Вот, смотри. Когда ты открывала? Да. Ну, вообще, я так же закрывала. Нет, оно просто чуть-чуть примерзло. Уже. Возьми тряпочку. Вы посмотрите, друзья. Ведро шишек. Целое ведро шишек. Да. Значит, делать буду настойку. Коля купил две бутылки водки. Буду варить варенье. Шишечки. Покажи. Сосновые шишечки. Маленькие, на рост. Они маленькие. Они вот на камере, я сейчас приближаю, кажется, большие. Маленькие. Маленькие, да. А ты сейчас будешь, если снова засунешь, ты так сильно не закрывай или закроешь. Я не буду больше закрывать. Да, я займусь, друзья, я буду делать это все вместе с вами. Так что, если, еще раз, да, прошу, если есть у кого проверенный рецепт, кто делал по этим рецептам, напишите мне, пожалуйста,
мы с ним эти шишечки, мы и на гольце собирали, и на кеже. Мы потом приехали, тоже все это увидите. Со змеями мы встретились тоже. Но это уже я говорю вам с опозданием, потому что этот ролик вы будете уже смотреть после тех роликов, да. А я не знаю, может быть мне вот... Нет, мне надо то сначала доделать, у меня там столько выгружено. Вот, и у меня, друзья, как назло, у меня заказы надо пельмешек бы сделать, и блинов бы с мясом сделать. Все, да, все достаточно, это я убираю. Мы так много, Коля, сделали. Ведь Кирилл же есть и не будет. Кирилл любит колбасу, любит. Квас любит, любит. Колбасу любит, любит. Ну, яйца любит, любит. А он как салат, кстати, поест. Как обычный салат поест, точно. Только ему горошка бы надо добавить, и он будет есть его, кстати, как оливье. А сюда горошек не добавляется? Не-не-не, горошек, по-моему, не добавляется в этот покрошку. Ну, это как такой салатик, знаете, как оливье, что-то похожее, да, только не соленый огурец. Все, салатик сделан. Не салатик, а этот. Окошко. Да, пока вот так сделано. Заправлять мы ее не будем, потом будем заправлять каждый в тарелку себе. Ну все, чтобы не испортилось. Каждый в тарелку себе? Ну каждый в тарелку, да, нагрузите салатику вот эту. А, я не солил, надо же посолить. Посоли. Да. Что ты сейчас будешь делать? Сейчас? Угу. Все, ничего. Я сделал свою работу. Да. Нормально, я такая пришла, тебе все сделала. Что ты сделала-то? Все порезала. Я картошку почистил, яйца порезал. Все почистил, все нарезал, все. Ты только колбасы нарезала и все, больше ничего. Еще зелень. Да. Еще огурцы. Ой. Все, я сейчас третий ролик смонтирую. Да. Где это? А соль-то у нас срежена. Вот это только? Да, Колюшка, соль. А это. Больше нет открытой? Открытой вряд ли, я высыпала. Вот. И пойду я в душ, потому что лицо у меня, я чувствую, еще сильнее подзагорело. Можно было бы, друзья, можно было бы там быть до вечера. Если да, бы жарко. Не эта дикая жара. Жарко. Как вы там на югах живете? Вот сейчас обращаюсь. Как же вы там, бедные, живете? Это же просто вот это пекло. Я вот все говорю, да, жара другая. А говорят, в Краснодаре это жара тяжелая, там сырость. А у нас что? У нас влажность нет, больше да, 50%. Да, нет, я сейчас к тому, что я думала, что у нас сырость. Больше 80% влажность. А чем влажнее, тем жарче. Угу. Потому что да, оно да, все испаряется, да. И не как бы... Не айс, короче. Вот хотели мы, хотели. Ну там вот эти лодочки, они включили паруса. Мы уже потом уезжали и с Колей идем еще по поселку. Вот вернулись же в поселок за вещами. И Коля говорит, смотри, говорит, вот они плывут. Ну там ничего особенного, они просто идут под парусами, в общем-то. Я почему-то другого ожидала, чтобы лодки были красивые, такие, ну, как под старину. Но, конечно, произвело впечатление вот эта стрельба. Мы же еще многого не показали. Многое не покажешь, друзья. Такая жарища, камера у меня садится. Там они с такими профессиональными камерами снимают. Там и Россия, и еще что-то, регион 29, и наша корреспондент, девушка, вот, которая все у нас на Поморье. У них, конечно же, у них, они профессионалы, у них это работа, там такие камеры, они не переживают. Он ее хоть как разверни, она у него даже не пошатнется, и изображение будет красивое. А у меня батарейка, у меня тоже хорошая камера, хорошая, но она качественная, цвета передает, все вот такие, какие есть. Вы видите, например, вот эти цвета на экране, и точно такие же, на, Колюшка, стол затереть. Вот. Наша это как окрошечка. Окрошечка. Подожди, давай стол затру. Вот, и перегревается она, и я отключаюсь. Всего не запишешь. Но хотелось бы, конечно бы хотелось. Самые интересные моменты, друзья. Самые интересные. Коля у меня... Ты не сфотографировался с этой девочкой-то, красавицей-то? А, с королевной-то? Да, с королевной-то. Нет. И мне, знаете, вспомнилось кино «Сваты». Помните, как они, значит, уже последний, по-моему, сезон, они попали на праздник Ивана Купала-то. Они думали, что там все бесплатно. Да, да. А были голодные. Типа, да, там пожрать можно, да погулять можно. А в конце праздника, значит, им счет такой предъявляют. И там поцелуй русалки. И это Оля Николаевна говорит, так, говорит, как...
Поцелуй русалки, причем здесь? Ну, как-то так она ему, да. И я Коле говорю, я говорю, поцелуй принцессы. Говорю, с принцессой не хочешь, говорю, сфотографироваться? Я тебе потом, как Коля Николаевна, говорю, предъявлю. Да? Да. Николай Александрович. Принцесса или королевна, кто она там? Она была придворная дама. Она придворная разве? Да, так, ну, она, ну, скорее всего, ну, придворная. Придворные дамы тоже такие, извини меня, они же все принцессы были. Они же все были такие, вот, в общем, не дай бог в те времена попасть. Я как, они вот, ну, вот эти вот актеры или кто они, вот, ряженые, я их так называю, да, они рассказывают, какие ружья тяжелые. Вот макет это тяжелые. А вот какие ружья, какие эти топоры у них. А как они одеты были, вы видели, ну, прикиньте, в такую жарищу. Ой, я же главное вам не рассказала, мы не сняли с Колей. Был бой, мы стрельбу отсняли, а потом показывали, значит, бой. Россия со шведами. Значит, россиян там, значит, много, но шведов мы не видели, одного только шведа, значит, погнали, погнали. Друзья мои, приношу извинения, что ролик прервался так внезапно. У меня окончательно села батарейка. Вторая еще не заряжена, потому что приехали, тут сразу все за дела, начали вам рассказывать, и батарейка отключилась. А Коля у меня, короче, пока у меня камера заряжалась, я в душ пошла. Вылила на себя все, что было у нас в водонагревателе, все это долго-долго стояла тут под этим душем. Но не об этом сейчас, не о водных процедурах. Коля у меня, пока я ходила в душ, его позвал сосед, дерево там на мосточке упало под окном, так вот пошел там это дерево, они сейчас спилят, и мы уже будем ужинать. А хотели-то мы рассказать вам о том, что мы не записали бой, мы сидели на берегу, ждали вот эти вот, значит, регаты должны быть... Ну, если я правильно называю, эти лодочки, которые должны были идти в Архангельск. И, значит, слышим там что-то такое, шумиха такая, и бой. Наши со шведами. Шведов мы не видели, повторяюсь, наверное, да? Но потом, когда уже вот, ну, люди ведь стоят вот так вот полукругом огромным, уже они выскочили из этого полукруга, его, значит, в речку погнали, он там один, этот швед такой, весь в кудрях, весь в парике, они его гонят, это самое, там, с ружьями, там, с мушкетом, не знаю, как правильно называется, он там один, он уже в этой речке, там, значит, на каких-то бревнышках отстреливается, как будто бы, да, а те на него там, и Коля у меня такой говорит, ну вот, говорит, вас, говорит, пятеро, говорит, вы на одного там кинулись. Говорит, конечно, если бы, говорит, их было много. Ну, в общем, вот так вот мы... Вот этот ролик на такой ноте я хочу закончить. Друзья, сейчас мы пойдем, наконец-то, уже покушаем наши окрошки. И я уже снова начну выгружать ролики. Батарейка долго заряжалась, наверное, часа полтора, чтобы и то она у меня зарядилась. Вот я сейчас смотрю, она у меня зарядилась всего на 50%. Вторую батарейку заряжу. И уже потом... Друзья, утром я, наверное, этот ролик выложу, а потом уже будут праздничные ролики, как-то вот так. И займусь я шишками, тоже буду записывать шишки, буду, значит, делать сначала настойку на водке, потом варенье, шишек много. И пока мы ехали домой в автобусе, я посмотрела, шишки, оказывается, еще можно заморозить, складывать их порционно в пакетики, заморозить. Они потом будут мягче, и их даже лучше будет порезать. Свойства их они не теряют. Ну все, друзья мои, хватит болтать. Все. Прощаюсь с вами. До завтра.